кинонун жаралышы бир гана режиссердон гана эмес, ошол тасманы кадрга түшүргөн оператордон да көз каранды. Анткени буга профессионалдык чеберчилик, билим, талант жана сезгичтик талап кылынат. Мына ушул ишбилгилик сапаттары менен чет өлкөдө да таанымал болгон инсан бар. Ал Хасан Кыдыралиев. Кыдыралиев деген фамилия кулагыңызга жылы угулуп жатса керек. Ооба, бүгүнкү каарманыбыз дал ошол белгилүү Уркуя, Жамиля, Мен Тяншань, Көксерек аттуу кыргыздын тарыхында калган көрүнүктүү тасмаларды тарткан оператор Кадыржан Кыдыралиевдин уулу. Селкинчек, Бешкемпир, Светаке, Ханбике Назик, Маймыл өңдүү тасмаларда оператор болгон Кыргыз Республикасынын эл артисти Хасан Кыдыралиев кыргыз тилин жакшы билбейт. Буга Москвада төрөлүп өскөнү себеп. Бизге орус тилинде маек куруп берген каарманыбыз атасынын каалоосу менен музыка мектебинде скрипкадан сабак алган экен. И отец мой хотел, чтобы я стал музыкантом. Скрипач, да. Но я не хотел. Чего я буду музыкант? Потому что когда в школу музыкальную я ходил, все мальчики в футбол играют, бокс занимается, а я в школу хожу. Да. Потом мне мама говорит, давай я тебе папку куплю, ноты. Знаете, такая вот нотная папка была раньше. Носили только девочки. Я говорю, нет, нет, мне не надо. Да. Потом я скрипка же была, раньше дефицит, футляр не был. Да. И я скрипку носил в рюкзак. Ну, спокойно ходил. Потом мне из Москвы купили футляр, и я просто расстроился. Ну как так футляр? Как я теперь буду ходить на улице? Там же меня увидят мальчики, будут говорить, о, девочка, музыкальную школу ходит. Да. И я помню, я учился в третьем классе. Я когда в музыкальную школу, утром я уходил, в 8 утра, никого нет. А приходил в 12, уже играли на улице дети. И я вот так тихо проходил, кусты, да, потом раньше белье вешали во дворе. Эти простыни, я через простынь проходил, смотрел, а вот там. Потом простынь кончалась, арык, я в арык прыгал и полз по арыку. И заходил домой. Вот такие были у меня, ну... мучительные как бы занятия. Музыка чөйрөсүнө кызыкпаган Хасан Мырза оператор болууну самап калат. Бул кызыгуу бара-бара өркүндөп максатына айланат. Когда я рос, я решил тоже стать кинооператором. Но я отцу не говорил, что я хочу быть оператором. Ну вот, я в 7 классе я уже фотоаппарат сам снимал, проявлял. Я когда закончил 10 классов, отец говорит, куда пойдешь? Я говорю, я пойду в ВГИК. И я поехал и не поступил один год. Потому что тяжело. На одно место было 100 человек. На одно место. Всего брали 20 человек. Отец мне говорит, может быть, давай здесь куда-нибудь, в Фрунзе поступишь, да. Я говорю, нет, я не пойду. Только в ВГИК. Говорит, тебя в армию заберут, а я говорю, пойду в армию. И все, я уехал в армию. Когда я с ВГИКа пришел, мы сняли с ним фильм «Долина Зардали». Мой отец выступил как режиссер, я как оператор. Да. И мы снимали в Баткенской области. Город из фана. Өз кесибинде дасыккан улуу оператор жана Хасандын атасы Кадыржан Кыдыралиев бир да жолу баласынын эмгегин сындаган эмес экен. Анын эмгегине байланыштуу жакшы балам, азаматсың деп айткан кубантарлык жылуу сөзү мындан аркы ишине дем күч берчү. Хасан Мырза Кыргызстанда гана эмес, коңшу Казакстанда да белгилүү. Ал мындан 20 жыл мурун казак киносуна аралашкан. Популярдуу рекетир тасмасын дал ушул оператор тарткан. Меня пригласили на один художественный фильм Казахстан. Да, фильм называется «Жизнеописание юного карденниста». Потом этот фильм завоевал там призы много. Потом мне в 95 году позвали на двухсерийный фильм «Абай». Коңшу казак туугандар Хасан Кыдыралиевти кадыр барктуу, таланттуу оператор катары эсептешет. Казак режиссерлору тасмамды дал ушул оператор тартса деп алдын ала брондоп койгон учурлар да болот экен.
Ийгиликтүү эргектин артында сүйүктүү, акылман жана күчтүү аял турат эмеспи? Хасан мырзанын жубайы Гаухар Сыдыкова жолдошун баардык жактан колдоп, жардам берип келет. Ал кесиби боюнча режиссер. Когда мне приносят сценарий, мне я вот не читаю, но сразу я не могу понять. Я когда прочитаю, имена я не запоминаю, ничего. Я ей даю, жене. Она прочитает сценарий, потом мне расскажет. Она за 20 минут прочитает, да, и я говорю, что, и она мне рассказывает. А вот неплохое, а вот это, а когда она все мне расскажет, я потом читаю сценарий. Вот так я всегда делаю. Каарманым атасынын жолун жолдосо, анын жолун жолдогонда уулу бар. Ал кичи уулу Жантай. Ал эми Алибек жана Асель аттуу уул кызы Эмиратта учак жүргүнчүлөрүн телеген борт коштоочу болуп иштешет. Сейчас он снимает там в Казахстане, снимает сериал 20, там 30 серий. Вот. И когда он снимает, он мне показывает. Да. Ну, я тоже сам, я говорю, ну иногда я ему говорю, это вот здесь-то вот так. Ну, в принципе, ну, мне нравится, как он снимает. Каарманыбыз Москвада төрөлүп, казак жергесинде эмгектенгени менен жүрөгүнө жакыны Кыргызстан. Ну, здесь воздух другой. Родной, да. Потом здесь же родители. Өз ишинде жүгердүү эмгектенип келе жаткан Хасан Кыдыралиевке мындан ары ийгилик каалайбыз.